Так, это Юпитер. Третье октября 2021 год, Харьков. 20:03 по Киеву, Харькове. Минимальные настройки светочувствительности, поэтому спутников не видно, наверное. Я в окуляр их вижу, ну, буду озвучивать, это видно, будет видно, да. Справа это Ио, спутник от Юпитера, а слева вот появился Каллисто, Европа и Ганимед. 641 миллион километров сейчас до Юпитера. Специально отдельный дубль посвятил. Уж больно хорошо. Экваториальные полосы видны. И сейчас вползет, сейчас вползет. Вот я уже вижу. Ио, вот Юпитер. Ну, мне кажется, весьма неплохо. Небо в дымке, гуляет немного резкость, но лучше, чем через облака на это все наблюдать. Так, сейчас ползет. Вот он, вращение Земли. Ну давай, попробую еще раз резкость. Но, к сожалению, вот это лучшее, что есть. И я бы сказал, весьма неплохо. Помятую о том, что находимся мы Харькове, смог, задымление, ну и плюс. Небо нечистое, как я сказал, абсолютно. Так, ну, в общем-то, это все. Могу я попробовать поймать в кадре Сатурн. Ну, это весьма проблематично, конечно, при такой светочувствительности. На удачу, как говорится. Сатурн, это ты или нет? Сейчас приблизим, посмотрим. Попал! О-о-о. Повезло. Ну, темненько, но видно. Сейчас я попробую здесь резкость изменить. Один миллиард 400. Так, 1 миллиард 414 миллионов километров. До Сатурна. Так, ну хорошо, все. Не будем загромождать дубль. 20:08 по Киеву, Харькове. 3 октября 2021.